Степа, передай, пожалуйста, нашим зрителям привет. Да, сейчас. Всем привет. Ой. Также большущий привет вам, друзья, и от меня. Сегодня со Степой мы будем играть в игру Пиги. Играем мы впервые. Ага. Что делать здесь, абсолютно мы не знаем. Но знаем только одно, что игра командная. Видимо, здесь нужно выполнять какие-то задания, чтобы в дальнейшем можно было игру пройти. Итак, поехали. Да-да-да. Так, я слышу какие-то томные шаги. Все, вижу, Пиги направляется в нашу сторону. Какая крупная свинка. В несколько раз больше, чем наш аватар, да и плюс еще дубинка в руках. Да, и вид у нее устрашающий, и, соответственно, подходить к ней ближе, чем на 1 метр, у меня желания нет. Пася, нажми на замок. Ага, требует какие-то инструменты, молоток и ключ. Значит, их нужно найти. Кругом разбросаны уже капканы. Знаю, что наступать чисто интуитивно на них нельзя, иначе они нам смогут навредить. Окей. Ну что, давайте искать инструменты. Так, возле выхода мы видим записку на земле. А что там? Для тех, кто ищет безопасности, это худшее место для поиска. Ага. Понятно. Здесь у нас будка, здесь можно пострелять в тире, но опять-таки нужен пистолет. Конкретно, как я понимаю, водяной пистолет. Надо его найти. Ладно. За нами мчится свинка, она передвигается достаточно быстро, от нее оторваться вообще нереально. Осталось 4,5 минуты, и мы абсолютно ничего не сделали, не нашли ни ключи, не нашли ни молоток. Не знаю, удастся ли пройти игру, но будем надеяться на лучшее. Ведь в этом парке бегаем не только мы, но также и остальные участники команды. Соответственно, пока Пиги увлечена нами, у наших ребят есть, конечно же, большой запас времени, чтобы выполнить эти задания. Так, возьму со скамейки я патроны и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! К сожалению, прошлый раунд мы проиграли, Пиги всех поймала. Надеюсь, в этом раунде нам больше повезет и нам удастся победить. У нас большой запас времени, почти 10 минут. Все, Пиги проснулась. В этом раунде Пиги у нас в образе клоуна. У меня есть подозрение, то, что сейчас свинка будет бегать конкретно только за мной. Также здесь в клетке сидит какой-то лис с ножом. Видимо, ему тоже нужно будет открыть дверь. Не знаю, кто это, положительный герой, либо нет. Чем он нам поможет? Абсолютно не знаю, но интересно. Сейчас попробуем открыть замочек. У меня есть ключик. Возьмем патроны и попробуем открыть сейф. Ключик от сейфа лежит за спиной на скамейке. В быстром темпе пытаемся взять этот ключик и открыть сейф. Пася, аккуратнее, там рядом Пиги. Вижу, вижу. Подальше пытаемся отойти от Пиги, открываем сейф, но, к сожалению, я пистолет взять не могу, потому что, понятное дело, возле сейфа бегает Пиги. Будем ждать, когда она покинет эту территорию. Так, она уходит. Ага, решила вернуться. Ну все, чувствую, сейчас будет бегать за мной. Берем пистолет. Взяли. Но придется, видимо, сейчас сделать еще один круг, чтобы вернуться за патронами, которые остались на скамейке. Ой-ой-ой-ой, Пася, быстрее, убегай от нее. Да, Степа, мы были только что на грани того, что она могла нас просто поймать. Интересно, этот пистолет изначально заряжен, или все-таки дополнительно к нему нужно подбирать патроны? Так, посмотрим. Угу. Нет, патроны мы взяли, отбегаем на безопасную дистанцию. Сейчас производим выстрел. Так, у нас в запасе есть 20 секунд. Пока свинка была в сонном режиме, нам удалось освободить героя. Не знаю, кто это, то ли кот, то это лис. Непонятно. Ко мне приближается Пиги. Срочно нужно уносить отсюда ноги, не хочу под конец игры к ней попасть. Пока я отвлекал свинку, ребятам из команды удалось все сделать. И сейчас, как я вижу, девочка сигнализирует о том, что нам пора на выход. Быстрее, быстрее, быстрее. Заходи. Ура.